Андрей Борисович, тяжелый в приемной. Голову на бок. Употреблял что-нибудь? Что? Наркотики употреблял? Да что вы, нет, нет, я бы знала. Аллергия на что-нибудь? Нет, ничего такого. Я в кухню пришла, а он лежит тут пеной изо рта. Скорая приехала, ничего понять не может. Доску быстро. Сломан, лампа сгорела. Помоги. Держи. Дыши. Тебя как зовут? Меня Гена. Гена? Тебя мама жевать учила? Гена. Я суп ел. Андрей Борисович. Это еще что? Выйдите немедленно, вам нельзя здесь находиться. Андрей Борисович, я спасибо сказать. Пожалуйста. Теперь выйдите, пожалуйста. Андрей Борисович, если бы не вы, страшно потом. Дежурный диспетчер пути Клока, всем доброе утро. Диспетчер электромеханической службы Шевченко, доброе утро. Сергеич, ты не заблудился? Твоя смена закончилась. Валерий Петрович, тут такое дело. А, там в тоннеле вода. Правильно. Грунтовые воды. Вчера ночью дождь был. Так-то оно так. Уровень нормальный. Вон, вода отливная, на половину мощности не загружена. А, нехорошая она, вода эта. Что-то с ней не так. Надо какие-то меры принять. Надо, Сергеич. А? Вот и прими меры. А то ходишь не в свою смену и трезвый. Вот всякое мерещится. Вода какая-то. Может, там пиво? Или что, покрепче? Зачем вы уж так уж? Я там весь тоннель излазил. Искал, в чем причина. Ну, ладно, Сергеич, не обижайся. Считай, что информацию я принял. Приняли здесь. Да иди, иди, разберемся. До свидания. В грузе наезда на подвижной состав или препятствия помощник машиниста не имеет права покидать рабочее место, не приняв меры по его предотвращению. Так. Раз, два, раз. Вот это другое дело. Алексей Петрович. Да. А вы про бункер слышали? Это к тебя послушать. В метро одни бункеры. Не-не-не, на кольцевой линии в районе парка культуры. Недостроенный военный бункер. Привет, Сергей. Ты видел? Парк культуры в 50-е строили. Мой отец ее еще строил. Про бункер он мне ничего не рассказывал. Кто будет рассказывать про военные объекты? Я с 15 лет в диггерах, я до сих пор ее не нашел. Ну хорошо, где на Бородинской вентиляционная шахта? Снесли и бетоном закатали. Ну, когда станцию законсервировали. Под водосток ее замаскировали? Вот и я говорю. Вода там. В тоннеле. Вода.
Нехорошая там вода. Судьба у каждого своя, одна у всех анестезия. Галина, лучше Галочка. Сергеич. О, фу, да? Тина, как ты чувствуешь? Точно, Тиной, понимаешь? Тиной пахло там рыбой и Тиной. Да? Не грунтовая эта вода, а речная эта вода, понимаешь? Хорошо. Речная. Доброе утро, страна. Здрасте. А в чем дело-то? Распитие спиртных напитков в неположенном месте. А мы что? А мы же ничего. Чернобыль, помнишь? Медсестрой была, последний саркофаг. Диабет у меня, этилозависимый. Саня, держи! Блин, дура, что ли? Уйдет, Саня! Опа! Опа! Да! А? Ты смотри, с ними что делать такой! Оп! Ай, да вы что? Лохудра! Не бежите по эскалатору, девушка, я вам говорю! Здесь телефон вообще где-нибудь можно зарядить? Нет. И трюфели поесть нельзя, и на яхте не поплавать. Извините. Извини. За тема принял, что ли? Сказала же, извини. Косёл. Аппетита. А что-то громко тянкал? Да на тебя все такое жалуется. Внутри тебя вся кабина в банановых шкурках и огрызках. Брехня. Завидую. Да держись ты, чего прыгаешь-то? Извините. Видите, как ему повезло, девушка? В моем лице вы можете наблюдать редкого профессионала, я бы сказал, уникального специалиста. Ну, это я уже поняла. Выпей капель. Я гид. Вожу экскурсии на перегоне между Садовой и парком культуры. Минуточку внимания, граждане пассажиры, извините. Наш поезд приближается к легендарной станции метро Бородинская, построенной в 1948 году. Станция является частью секретного метро, а линия, по которой мы с вами едем, вела прямо на дачу Иосифа Сталина. Да, спасибо. В 1950 году было принято решение отдать линию трудящимся в составе первого пускового участка Московской кольцевой линии. Но станцию Бородинская законсервировали, так как она находится в неустойчивом грунте. Непосредственно рядом с Бородинской проходит подземный рукав русла Москвы-реки. Станция не имеет никаких выходов на землю, машинисты ее проезжают с максимальной скоростью, и видна она только тогда, когда ее освещают огни встречного состава. Фух. Вот. И сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть эту станцию призрак. Пожалуйста, смотри, вон, смотри. А через полгода полный отказ от мяса. А как же шашлычок под водочку? А про шашлычок-то и не подумал.